Всех приветствую. Сегодня с утрища, то есть на рассвете, ломанулся я вот за эти вот железки, которые я вам вчера показывал. Решил показать как бы немного в процессе поступенчато, что я сегодня буду делать, потому что вот часы бегут, а дела идут медленно. Но думаю, все равно я сегодня вам покажу что-то уже интересное, наверное. Что я сделал? Помните вчерашние вот эти вот длинные хвосты, вот такие вот? Вот такие вот, как на рисунке. То есть, что я тут? Нарисовал ручку. Оправу, кто как там понимает правильно, для кого как правильно, неважно. То есть, все вроде здорово выходит, но вот эта палка торчащая как-то меня маленько напрягла. И поэтому я тут решил ее пообрезать. То есть, сделать вот такой вот хвостик вот. И так и сделал, не жалеючи. То есть я никогда не держусь за шаблон какой-то, потому что шаблон — это все, это конец конца, как бы так вот. Поэтому всегда по ходу, во время работы, я отруливаю всегда в ту сторону, в которую меня несет, тянет, как там правильно сказать, я не знаю выражаться. Вот, и что получается у нас? Вот на данный момент это вот так вот. Вот такие вот заготовы. 5 миллиметров теперь у нее уже выходит. Толщина. Ширину подгадал, чтобы было все хорошо. Также пока в мыслях сделать 75% клин. Пока еще не передумал. Оправка вот такая, мне кажется, симпатевая будет все-таки. И вот эта палка, которая торчала, вот эта вот, так сказать, ручка комиссори такой классической, ее не будет. Веры уже ее нет. Вот так вот. Что ж, погнал дальше. Сейчас я кое-что спью на ходу. И, может быть, уже вам покажу какие-то там результаты. Поехали. Продолжаем работы. На данный момент мы имеем вот что. Заготовки грубо ободранные под термообработку, которые сейчас будут заниматься. Вот. Тут уже задана, в принципе, геометрия 75% клин. Грубо, грубо, просто все ободрано. Вот так вот. Вот такие вот фигулинки будут. Блин, ну, конечно, смотрится как-то странно, как обрубки, блин. Но эти обрубки, они должны как бы превратиться в красавец. Я постараюсь сделать это. Вот так вот. Даже лягушка в царевну превратилась. Так что после определенных манипуляций. Думаю, что я тоже что-то такое сотворю интересное. Все. Иду термообрабатывать. Что ж, закалил. Вроде какое-то пустяковое занятие, а время столько отнимает. Оправку вырезал. Шаблон. О, сейчас мы их соберем. Посмотрим, что у нас. Как это будет выглядеть. Вот так тоже все, в общем, такой же грубой ободранности. Но уже с жесткостью. Не знаю, на звук будет слышно, не будет как-то. Вот так, наверное. Не думайте, что я сейчас там их как-то ухлопываю. Этим самым нет. Они еще довольно-таки толстые. И очень жесткие. Вот когда я уже сделаю лезвие бритвенное, вот так уже делать нельзя будет. Сразу досвидос будет. Вот. Это как будет выглядеть изнутри. То есть снаружи это будет выглядеть вот так. Грубо, брутально. Даже вот так это, скорее всего, будет выглядеть. Вот так. Вот. Необычно. Вот так я хочу их, чтобы они ровненько зашли сюда.
Сейчас надо будет подумать над оправкой, может, додумаю. И, кстати, вот здесь надо подрезать. Вот уже сейчас сделаю эти исправления. И начну уже шлифовкой заниматься. И потом уже выводить острие. Поехали дальше. Продолжение следует. Сейчас я перчатки накину на руки. Пускай они не далеко не чистые, но просто еще клиночки горячие. И на них остаются отпечатки пальцев, когда я их лапаю. Поэтому хочу показать вам то, что сейчас зафигачиваем. А это... Вот уже залапать успел, ну надо же. Вот так вот я их решил забахать. Они так немного дешевле выходят в производстве. Ну то есть и на выходе то же самое будет. Видите, полная такая матовость. Млечный путь. Ну многие в интернете там говорят вот про такие бритвы с такой матовостью. Ну он только, конечно, пальчики вставляет. Ну, а, что мол там, сталь с серебром. Так что да, подкинул 1,5 кило. Серебра в железке. Вот, они прям круголя вот такие матовые. Вот прям вот везде. Следы ковки так у меня остались. Я не стал их выбирать, потому что можно геометрию потерять по плоскости. Вот, не знаю уж, как на видео это все передастся. Блин, скользит в перчатках-то. Вот, я продолжаю дальше уводить. Видите, там еще какой-то микрончик там еще где-то остался. Пострию сейчас я его буду ушлифовывать дальше. Но вот такую вот матовость решила забахать. Вот, видите, даже видно отражение перчатки. Обушки все закруглил. У одного хотел сначала сделать, конечно, конус, но потом как-то что-то мне тут не в душе сегодня, этот конус. И я его решил тоже сделать закругленным. Вот, вот видите, они все матовые. Как будто вот серебро. Ну, вы знаете, как, наверное, серебро выглядит. Вот цвет один в один. Так что вот, если что, 1,5 кило. Я, конечно, вам не буду такую лапшу предлагать. Это маркетологи так умеют. Добавить сюда серебра. Вот. Но цвет именно серебра. Вот так вот. Он даже цапки не вывел, но я что-то как-то переживаю, что я сейчас их выведу. У меня там гульнет. Нет, я их сейчас выведу. 100 пудов прям выведу. Ладно. Так, его в сторонку. И следующие какие работы? В принципе, зачистка сейчас, калибровка отверстий. И клиночки-то готовы. То есть все закруглено, если нигде ничего там все гладенько, все кругленько. Блин, даже не верится, неужели? А, нет, нет. Хотел сказать, к оправам пора приходить. Нет. Еще вот, по насечке надо будет потюкаться. Вот тут мне еще зачистить. Потом зачистку там еще фаски. Фаски заполирнуть. Не сполировать, а тоже матовыми сделать. И сделать насечку. Вот. Ну, брать сейчас вот здесь вот где-то цапки. Вот они. И уже после, может быть, заготавливать все оправы. Как вот когда, да, с душой подходишь к делу, оно по-другому катит. Ладно. Уже звонки. Ладно, дальше погнал. Нет, я не выключу мобильник в перчатке. Поэтому надо... Так, мужики, сил больше у меня нет. Хочется сделать все и хочется сделать сразу, но это нереально. Я и так сегодня сделал вот это вот нереальное. То есть я вообще даже не рассчитывал на такой результат и вообще что-то сегодня вообще сделаю даже просто с клинками. Вот, в общем, показываю еще раз. Ой, залапанные уже. Вот давайте сразу протру, потому что вот тут смотреть пустое занятие. Если так вот не протертым. Ну, практически хорошо. Вот. Такие вот клиночки, в общем. Ничего. А, я вам, наверное, не показал. Хотел сказать, ничего не изменилось. Насечка появилась. Пшеничка
И вот такая классика. Вот так вот как-то. Уточки. Клинки уточки, прям хочется назвать их. Тут вот так вот, потому что у меня здесь шлифовка, я специально ее забахал, чтобы она была не похожа на другие. Насечка вот сюда зашла. Вот так задумано. Видите, удлиненное лезвие. Есть, кстати, любители удлиненных лезвий. Заточки. Дает более большого размаха, то есть возможность размаха. И вот это оправы, которые я сейчас к ним заготовил, но дальше даже трогать не буду. Вот. Это уже всем известный и вроде как полюбившийся материальчик вот этот вот на оправах. Ну, как полюбившийся. Лайкают люди, говорят, хороший. Ни одной еще не купили, но, наверное, хороший. Дальше вот этот вот такой полупрозрачный. Ну, представляете, что будет здесь? Что будет, когда оно все это придастся, вот это все формы, там, все эти углы, и все это полирнется. То есть, вот так вот. Это у нас зерикот. Зерикот почему? Потому что есть такая вот грешная мысль сделать инкрустацию серебром. Не знаю, захочется мне это делать или нет. Чтобы это захотелось, должно быть какое-то желание. А желание откуда берется? Сами понимаете. То есть, если людям интересно, они мне говорят, вот я хочу ту бритву, я хочу эту, вот я это забираю, это не забираю. Там движуха, думаю, блин, людям-то все надо, дай-ка я им еще лучше сделаю. Вот тут вот оно... Вы не подумайте, что я какой-то там на деньги падки. Нет. Мне хватает как-то, и хватает, и ладно. И живу себе и живу. То есть, мне выпендриваться не перед кем, да и не любитель я. А вот стимул вот именно дает вот этот вот... То есть, вариант, то, что они вот просто сказали, да, хорошее. Может, они просто сказали, чтобы не обидеть. Правильно? А если еще взяли, базара нет, как говорится. Тут уже не поспоришь. Да, это вот кап клена стабилизированный. О, правильно выговорил. А то в голове тут что только не крутится. Ну, если сейчас ничего не видно, в принципе, там вот он есть рисунок, там это все будет перламутровое такое, всякими там выкрутасами, но это будет видно только уже дерево проявит себя после полировки уже окончательной. Все, на сегодня хватит. И никакой, но довольный. Довольный своим любимым делом. Вот так вот, мужики, вот так вот. Да, меня тут как-то еще на почту спрашивали два раза вот недавно, причем, чтобы я тут вживую снимал какие-то тут эти трэши туда-сюда. Ничего не будет, ребята. Все, кто там рассчитывает на шоу, шоу не будет. Как говорится, кино не будет. Вот. Мне тут надо работать, мне надо сосредоточенность, то есть, чтобы я тут... То есть, одна мысля куда-то в сторону маленько шаг сделала, и уже ошибка. А ошибки здесь практически неисправимы в этом деле. Поэтому я всегда работаю один, даже у меня, когда вот сын приходил помогать, я на него отвлекался, и у меня гора ошибок была. Поэтому это сугубо такое занятие, вот это вот с бритвами производства, сугубо такое, как бы, как ушел какой-то в горы и был наравне с своими работами, то есть наедине. А такие вот всякие трэши нет, не будет. Точно не будет. Я понимаю, что мои видео скучные. Я понимаю, что тут все хотят смеяться. Зрелище хлеба нужно. Но тут или-или. Или плясать, на гармонии играть. Или... То есть... Заниматься производством. Ну, это две вещи несовместимые. Они их можно совместить, но это будет глупо, пафосно и несерьезно. Вообще никак. Ну, опять я что-то отвлекся. Ля-ля-ля-ля, туда-сюда. В общем, а вы уже, наверное, тут полчаса временно меня потеряли. Поэтому все. Всем спасибо.
Покажу-ка я вам, наверное, все-таки уже их в собранном готовом состоянии и заточенном. Вот так вот, чтобы лишний раз не надоедать. Все, добра всем. Увидимся.